Ayúd. Слушай, я чуть 6000 сейчас это не закинул. Ну да, вообще. Песенка прикольная. Всю свою жизнь стараюсь заработать на билет в рай, но эти деньги далеко не все купят, жаль. Подняться очень высоко на самую вершину, выше ставки, бренды, статус и дорогую машину, эту вершину боятся упасть вниз. Кто бы ты ни был, из бизнесменов, бандитов или актрис, пробиться туда, куда мы раньше не могли, не стоя на месте, вперед иди, открывая все новые пути. Ты меня прости, если все еще стоишь на месте, иди вперед, не опуская свои чести, оглянись вокруг, пойми, на ком какие маски, найди истину, где хорошо, а где все в черной краске. Мысли всегда со мной, никогда не покидали, я читаю этот рэп, чтоб ими поделиться с вами. Поехали. Погнали. Я с вами не вырубил на этом. Пока это не вырубил. Теперь такое время. Все хотят этого приза. Компьютер, телефоны, продвижение технологий, телевизор, кредит, карты, мастер-карты, виза. Под влиянием рекламы мы бежим за этим призом. Правила игры под названием «Жизнь» я строю под себя. Это мой секрет, чтобы побеждать везде и всегда. Ставки с каждым годом все выше и выше. И я давно готов залезть на эту крышу. Надеюсь, ты меня слышишь, пока ты дышишь. В этом мире правила такие. Или вы рождены побеждать. Другие людские правила, главное никогда не сдаваться, никогда. За любую сумму нигде и никогда нельзя продаваться, нельзя. Надо драться за себя и за своих родных, стараться помогать своим и не забывать об остальных. Делаю все, что делаю, все, что делаю, все, что делаю, все, что делаю, все, эхо, делаю, все, эхо, 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 эхо. Зайди на стрим. 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 Это как бы там суши. 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 Суши. Угорали немножко и хватит. Нет, еще не до конца. Пицца. 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 Such a lonely day, such a lonely day, such a lonely day, my lonely, lonely day.
Алекс Дуганов. Алекс Дуганов. 2010. Позвол предложить профессиональный контракт. Я думаю, что пора. Понял. Так, Глюков, травму, кстати, у него командная игра тоже. Стоит он 5к всего. Из-за этого он и не попадает в состав. Варяги это готовится к очень-очень маленькой аудитории. Ударству гол забил у нас Артемс. Четвертый гол его. Владимир неплохо вроде отыграл. Так, соединил почти. Безбородову будет сидеть. Давайте так и сыграем такой. Киров у нас в центре. Там падение, хоть там другой. Козлов молодец, потихонечку прибавляет. Надеюсь, что его сборная заметит. Хотя бы возьмут, пригласят. Борьбы ждать не приходится, как Ряги здорово достанется от Индиэкспресс. Тоже играем. Очень-очень. О. Тут установка.
Котов на Смирнова, начинается у нас атака команды ПС. Опасно может Козлов. Хорош. Плох Козлов. На 11 минуте открывает счет. Пошла. Я так смотрю, нам даже усиления никакого не нужно. То есть у нас по две тактики есть народ. Играть очень сильно. Единственное, что некоторые ребята травмированы до сих пор. Воробьев, Семенов. Ничего страшного. Ой, Токен, ой. Крик. Татюня. Гол. Еще один гол Козлова. Ох, Козлов разобивался прямо. 0-4 в гостях. Ну так, Козлов только хет-трик делал. Первый все-таки косо забил. Не на кого менять. Придется играть, братью, внизу. Еще одна подача. Это ящик на пошагу. 3-0. Пускаем по центру, ой, ладно. Тяжко. Страшно здесь. А вот это страшно. Пускаем центр. Завалился. Больше ничего, конечно же, не сделаю. Что-то опять. Одну калитку все идет.
Хотя еще и вторую пропускаем. Плохо. Все равно они не успеют отыграть. Это нереально. Видимо, просто решили поддавить. Выдохся. И все равно нужно усиление, но это скорее всего будет ники. Да. У меня сейчас других каких-то. Можно посмотреть? Два опять. Мы идем дальше. ВД тоже что-то не сильно. Пытается. Игрушки. Значит, есть чем интересоваться. У меня нападающий два. И в последнем матче ВВП смотрится в одном мяче. Мастер Голов Лиги, которые приведут к контракте о выплате бонуса в размере ТК. Не за нашим. Так, наверное, сейчас еще одна будет игра и все. Поздняя. И... Днев у нас почти готовый. Да хотя не, даже сейчас докрутим просто. Я ничего. И может первыч. Хочет поговорить. Блин, кто тебя купит-то? Говорить с тобой. Так вот. Блин, жди шанса. Тысяча, но, блин, сами знаете, сколько ждут.
ладно. Хотя можно, в принципе, сейчас заканчивать. Ну вот. Спасибо, что смотрели.